Жили-были в граде Муроме два брата. Княже первый брат жену свою любя, но повадился летать к ней змей крылатый, облик мужа принимая на себя. И когда открылось это наваждение, Петр брат родной мечом его убил. Но во время их жестокого сражения кровью змей его своею окропил. Скоро тело у Петра покрылось язвой, и помочь ему не в силах был никто. Только девица одна, дочь древолаза, князь воздала из собранных цветов. А в обмен на исцеление Февронья попросила, чтобы в жены взял ее. Но была она бедна и худородна, и забыл он, исцелившись, про нее. Только вскоре язва вновь к нему вернулась, и кричался он Февронье, стыдя. Но она ему, как прежде, улыбнулась: «Исцелю тебя, коли женишься, мой князь». И почувствовав опять себя здоровым, обещание Петр выполнил свое. Только волосы их встретили сурово, не хотели принимать они ее. И тогда от трона князя самодержца отказался он, чтобы быть женой своей, полюбив ее душой всей сердцем. Хоть была она не княжеских кровей, только вскоре образумились вельможи, умолять его вернуться принялись. Без него никто уж властвовать не может, и за власть бояли все перед в одной гробнице.